добрая, мягкая, отзывчивая. Мария – человек, которого искал всю свою жизнь. Я влюбился просто до беспамятства. Я думаю, что у нас будет очень много детей, тем более она их очень любит. Ну и будем жить счастливо, весело и не грустить. Я очень рад, что я ее встретил, и я думаю, мы будем проводить, ну, все дни у нас будут очень счастливы с ней. День будет самым хорошим, самым запоминающимся. Ты сегодня очень самая красивая. Вот, живите, не ругайтесь. Всего самого хорошего.